Всем привет! Вас приветствует канал Мое Величество Виктория. И сегодня я буду открывать 3 разнообразных сюрприза. Что ж, давайте же посмотрим, что у нас здесь есть. Киндер-сюрприз Кунг-фу Панда 3. Лицензиозная. То есть здесь все игрушки из серии. Коробочка Свитбокс. Собачки. И шоколадное яйцо с собачками Гав-Гав. Что ж, давайте же приступим. Хочу начать с киндер-сюрприза Кунг-фу Панда. Я хочу аккуратно снять фольгу. Сейчас мы тут снимем ее. Тут у нас вот такой вариант фольги. Картинка вот самого Кунг-фу Панды. Раз, два. Здесь вот такое шоколадное яйцо. И игрушка оранжевая капсула. Берем в сторону фольгу. Что же там может быть? Ой, так сложно открыть, что-то там большое. Ух ты! Это же сам Кунг-фу Панда! Круто! У меня уже был гусь из этой серии. Так, как его тут собирать-то? Ой. Это сейчас надо посмотреть вот на вкладыши. Здесь у нас такой вкладыш. Тут предупреждение. Вот такой вкладыш. Вот такой нам кунг-фу попался. Здесь вся коллекция. Так, как же его собрать? А, я поняла. Вот так вот. Раз, двинуть. Подставка. И это на подставку. Сейчас я сделаю и вам покажу. Так. Что-то я не поняла сборку. А, все. Смотрите, тут вот так вот подставка. Тут вот так вот. Раз. Так, два. Ух ты! И вот такой у нас кунг-фу. Как мы видим, он у нас такой одежде. Зелененькой жилеточкой. И давайте поставим нашу первую игрушку. Следующее я хочу открыть. Открыть, открыть, открыть. Ну, давайте еще одно шоколадное яйцо, чтобы закончить на шоколадных сюрпризах. Это вот такое яйцо Гав-Гав с собачками. Я покупала такое одно, и там попадаются замечательные собачки. Так, мне кажется, что это кто-то новый. Тут вот такая вот прозрачная капсула. И сейчас мы откроем эту капсулу. Открою. Так. И это новое. Мне кажется, что это порода чихуахуа. И вправду, это чихуахуа. Здорово. Новая собачка в мою коллекцию. У меня уже есть вот такая замечательная собачка. Будет новая. Очень замечательная коллекция. Тут все очень качественное. Собачка желтенькая, глазки. Как мы видим, тут все у нас вот хорошо сделано. Ну и последний сюрприз на сегодня. Конечно же, мой любимый свитбокс. И тоже собачкин. В прошлом выпуске я уже открывала коробочку свитбокс. И там собачка вот тут вот была тоже чихуахуа. Это уже другая. Интересно, кто там нам попадется? Этот скотч. Так, я открываю все аккуратно, потому что у меня тоже этих коробочек коллекции собираются. Ну, вот они разные. Так. Тут вот такая вот надпись «Щенята», опять же.
Кто не смотрел, посмотрите мой прошлый выпуск. Там тоже я такую коробочку открывала и попал с Марта. Тоже здесь попадется. Так, ну как мы видим, у нас в наборе есть мармелад, и игрушка, и вкладыш. Давайте же как раз проверим, не путают ли они вкладыши. Так, на вкладыше вся коллекция. Ура, Йорки! И опять девочка. Привет, меня зовут Йорки, я Йоркширский терьер. Это одна из самых миниатюрных пород. Появилась в Англии. Я люблю гоняться за кроликами и белками. Мне нравится, когда меня наряжают в кукольные одежки, катают в корзине и носят на руках. Вот так вот. Ух ты, а тут можно вырезать Йорки и примерять ей разные наряды. Отличная мини-игра. Ну, тут 7-10 щенят. Ну, поэтому Йорки назвали Йоркистерьер. Так, кто не смотрел мое прошлое видео, здесь вот такой мармелад. Ну, давайте я вам его еще раз покажу. Здесь вот такой мармелад. Очень, кстати, вкусный. Я его пробовала. Он очень вкусный. Убираем его. Я не удержалась. Съем еще одну мармеладку. И давайте же посмотрим на саму нашу игрушечку. Тут вот такая ослепительно красивая пачка. Так, откроется она мне руками. В прошлом выпуске я уже взяла себе пакетик. Ну, просто пакетик очень красивый. Вот я уберу коллекцию, поэтому ножницами. О, открылась. Ух ты, какая красивая собачка. Тут у нас свитбокс. Не знала, что йоркские терьеры такие красивые. Как мы видим, она бархатистая. Глазки голубые. И все очень качественное. Что ж, кстати, я тут заметила, что, кстати, вот этот вот вкладыш идет в форме лапки. Вот присмотрите, вот тут вот пальчики, а это лапка. Так. Ну вот и наши игрушечки на сегодня. Вот такие вот игрушечки. А теперь давайте посмотрим. Я решила делать так. Вот мы собираем сладости из разных сюрпризов. И в конце будем смотреть, что у нас, сколько у нас сладостей собралось. Так. Ну вот, две дольки шоколада из киндер-сюрприза. Две дольки шоколада из собачек. И мармеладки. Сколько тут у нас штучек? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть там было, я одну съела. Вот столько шоколада и там мармелад. Ну, если вам понравилось это видео, Всегда ставьте пальчики вверх. Пока-пока. И подписывайтесь на канал Мое Величество Виктория. Будет интересно.